Добрый вечер. В эфире канала «Россия-24». Программа «Вести Ульяновск», в студии Ксения Грищенко. Смотрите выпуски. Голубое топливо зашло Федькино-Терентьевского района. Наша съемочная группа побывала на долгожданном для сельчан празднике. Обрушился потолок, а впереди осень. Жильцы старого дома на Тимирязево в шоке от случившегося. Все подробности коммунальной драмы у Эдуарда Истомина. В числе передовиков Корсунский район вышел в топ лучших в уборочной кампании этого лета. Общие цифры по региону и планы на будущее через минуту. Газ должен быть в каждом доме. Такую цель ставит президент России перед федеральным проектом газификации. В Ульяновской области он идет семимильными шагами. Только за этот год природное топливо пришло в 14 населенных пунктов. На днях список пополнило село Федькино Терентьевского района. Максим Бажанов продолжит. Эстафета газа добралась до Федькина. Здесь по этому поводу организовали целый праздник с песнями и танцами. Люди годами ждали природное топливо, и вот, наконец, комфорт стал доступным. Это заслуга федеральной программы газификации. На сегодняшний день около 500, да, более 500 мы уже, Владимир Николаевич, газифицировали. Еще за несколько лет нам предстоит 250 населенных пунктов в области газифицировать, и тогда у нас вот 100% газификация. Больше 60 домов Федькино уже владеют газом. Это первопроходцы, которые сразу же воспользовались еще одной программой – до газификации. Им всем бесплатно протянули желтую газовую трубу прямо до участка. Программа Владимира Владимировича Путина. Благодаря этой программе мы, многие жители села, уже подвели газ, сделали его, получили компенсацию. Это очень замечательно. Сегодня в вашем селе Федькино есть возможность подключить газу 250 домов, а всего мы считаем, что потенциал до газификации, то есть возможность газоснабжения домов около 10 тысяч в Ульяновской области уже сейчас. Чтобы участвовать в программе, нужно просто подать газовикам документы, паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности на дом. Внутри участка трубу также помогает тянуть компенсации затрат. Народная программа обеспечила меры социальной поддержки для льготной категории населения. Компенсироваться должно не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение. Вот это решение принято, и в Ульяновской области хочу вам доложить, что эта программа поддержки, это и ветераны Великой Отечественной войны, малообеспеченные наши граждане, одиноко проживающие пенсионеры, то есть вся линейка, участники специальной военной операции, конечно. Новый газопровод в скором времени подарит праздник и в Байдулино. Там после строительства внутрипоселковой сети смогут подсоединиться к газу также 250 домовладений. Максим Бажанов, Денис Миронов, «Вести Ульяновск» из Терентьевского района. В Ленинском районе опять ЧП. Здесь рушится двухэтажка «Сталинка». Дом на Тимирязево 46 когда-то строили немецкие пленные. Но рано или поздно все приходит в негодность. И накануне в одну из квартир обрушился потолок. На место происшествия выехал Эдуард Истомин. Внизу было нормально все. Мам, успокойся. И какие доклады сегодня сюда толпят там. У вас что, стройка? У меня ребенок стал 15 минут тому назад. Меня трясет просто. Это ЧП случилось накануне утром. Незадолго до обрушения у домочадцев была утренняя побудка, но крепкий сон сменил не крепкий кофе, а сильный шок. Как у взрослых, так и у ребенка. Она кричит. Я поняла, что с ней все в порядке, слава богу, обошлось. Но если бы она не проснулась там в течение 15 минут, ее бы просто бы убило. Так мне сказали МЧС. Позвала соседей специально. Смотрите, вот посмотрите, что произошло. Ну, зашли, посмотрели. Такой сильной реакции я ни у кого не видела. В квартире также побывали спасатели, коммунальщики и областные ведомства. Факт обрушения зафиксирован. Хозяевам предложили сделать экспертизу. По закону это делают собственники за свой счет. Они сказали, вы можете заказать, конечно, независимую экспертизу, если хотите. Я говорю, я знаю, что это стоит адовой суммы. Ну, посмотрим, конечно. А в кухне на потолке также ползут сильные трещины. А значит, работает теория вероятности. Либо через 5 минут посыплется сверху, либо через месяц, а может полгода, никто не знает. Мы точно не виноваты, и виноватых, наверное, мы не найдем, как я понимаю. У простых людей есть свои права, и мы хотим обратиться к вышестоящим органам, чтобы просто
Вышестоящие органы изменили ситуацию, чтобы мы могли жить безопасно. В безопасности были наши дети. По мнению людей, камнепад могла спровоцировать соседняя стройка. Рядом здесь возводят многоквартирник, а это вибрация либо от ударов инструментов, либо от работы техники. Когда делали бетон, заливали, у нас потрясывало так неплохо. По другой версии, год назад по программе капремонта фасад дома обшили профнастилом, а еще заменили кровлю. И молотками тогда тоже стучали от души. Но если дом признает аварийным, то непонятно, зачем тогда тратились на фасад с крыши. Эдуард Истомин, Юрий Давыдов, Вести Ульяновск. В Ульяновской области почти завершается уборочная кампания. В этом году в тройку лидеров выбились корсунские фермеры. Тружеников поля уже наградили и поздравили с успехом. Там же, на рабочем месте, фермеры вместе с руководством аграрного ведомства и депутатами Заксобрания подвели промежуточные итоги уборочной кампании. Убранная ячмень и пшеница с урожаем в 68 центнеров с гектара, что является небывалым для района результатом. Большой праздник для хлебородов Корсунского района – достижение 100-тысячного рубежа. Надеемся, что не остановимся на достигнутом результате. Будем также работать с наукой, повышать урожайность и приобщаться впоследствии и к большим районам – Чердаклы, Меликес, 200 тысяч – наша цель. Работы проводились, пока позволяла погода, во всех муниципальных образованиях. Урожайность у нас идет в районе 30 центнеров с гектара. Намолотили 1 760 000 тонн зерна. А в ближайшее время у нас все муниципальные образования, все сельхозтоваропроизводители приступят к севу озимых культур. В этом году сев озимых культур планируется на 10 тысяч гектаров выше, чем в прошлом. Это отличный показатель для задела урожая следующего года. А сразу после информации о погоде эфир канала «Россия-24» продолжит программа «Арт-студия» с Александром Филатовым. О новом театральном сезоне расскажет директор Ульяновского театра драмы имени Ивана Гончарова Наталья Никонорова. Уже через минуту. И на этом выпуск программы «Вести Ульяновск» на канале «Россия-24» подошел к концу. Всего доброго! В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью по области от 1 до 6, в Ульяновске от 3 до 5 градусов. Завтра днем по области 17-22, в Ульяновске 18-20 градусов. В лесах области местами сохраняется высокая пожарная опасность 4 класса.